Тебе предлагают гулять, и ты соглашаешься. Назначайте встречу на следующей неделе. Наступает следующая неделя, собеседник не появляется онлайн. Спустя один день собеседник появляется и опять назначает встречу на следующей неделе. И опять. На следующий раз ты говоришь, чтобы собеседник уточнил, какую именно неделю он имеет в виду, и тот не отвечает, прочитав сообщение.